стало невозможно даже просто медленно пройти. И это такая раздражающая ситуация, когда ты еще относительно молод, и при этом ты становишься каким-то недееспособным. И что вы сделали первое? Первое... Пошли к врачу. Да, врач сказал, ничего, сделаем, я не знаю. Сделаем ультразвук. Все сделали. Правильно. Все нормально, все так. У вас хорошо. Ничего, все выглядит вены нормально. Замечательно, все прекрасно. Да, я не знаю, что. Тренируйте ноги, у вас слабые мышцы. Так. Это странно, конечно, потому что я все время тренирую ноги, и вряд ли они слабые. И сделать 10 шагов не такая уж большая нагрузка. Так.